Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might. Йоу, братва, я вас всех приветствую. У микрофона, как всегда, РМЗС. Возвращаемся с вами по-прежнему в КС-очку. Сегодня продолжаем играть на сервачке Пушки Лазер 21 века. Все ссылочки на данный сервачок будут в описании. Поэтому, друзья, перед началом ролика с вас обязательно лайкосик, подписочка на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов. Друзья, видосик получится очень крутым, очень сочным. Думаю, вам понравится, поэтому... С вас обязательно подписочка на канал. Сегодня поиграем с вами здесь. Еще раз повторяюсь. Кстати, хедшот дал, нормально. Нужно захватить пушки нам сейчас с вами. Там, короче, в начале раунда был выбор режима. Вы убили противника, вы выиграли раунд, уничтожьте. Так, окей, у нас пушку. Мы будем эту захватывать? Нет. Сейчас будем вот так простреливать, чтобы пушку захватить. 20 секунд нам остается, чтобы захватить пушку. Надеюсь, нас сзади никто не обойдет. И, в принципе, я думаю, мы захватим эту пушку и... Будет все круто, все четко, все здорово. Так, с одного завалили. Сколько секунд остается, ребят? Сколько секунд? Так, опа, сколько, ребят? Не вижу, сколько секунд остается. Когда там уже этот робот захватится? Через 2 секунды. 1-0. Все, изи, я захватил эту пушку. Этот робот сейчас играет за меня. По факту, ребят, этот робот играет сейчас за меня. То есть, и он должен сейчас убивать КТшников. Да, как я вам и говорил, 3600 хп. И просто сейчас изи, друзья. Сейчас просто будем вот так киллы себе фармить. Еще нужно ту пушку бы захватить. Было вообще идеально. Кстати, да, давайте, друзья, я сейчас полечу на тот спаун. Захватим ту пушку. Поиграем на той пушечке. Так, вот эту пушку давайте еще захватим также за себя, чтобы она нам пользу приносила, и будет все зачетно и круто. Так, личный кабинет, здесь сбросить счет на 15 игроков, проголосовать за смену карты, за такую школьника, за баннишку лоту, купить привилегии, такс, ребят, цены на привилегии, вот, випка плюс паутинка 15 рублей, админка, випка, паутинка 50 рублей, босс плюс все 90 рублей, спонсор плюс все 160 рублей, и онлайн покупка привилегий ksulet.ru, ссылочка будет, в принципе, в описании. Сколько секунд остается у нас? Сколько это секунд? Так, играют как профессионал. Ребята, а чё? Сколько? 30 секунд по факту же уже должны пройти или нет? Я этого точно вам сказать не могу. Так, меню привилегий. Так, вот, босс меню. Бесконечно патроны. Так, ух ты, завалим его, нет? Все, завалили. Так, с админ, где меню привилегий? Вот, получить денежки. Далее, что у нас по этому, по роботу будет активироваться? Нет, получить хп. Так, с нас кто-то валит, вроде бы. Ребят, музыка. Опа, музыку надо офнуть. Она что-то сама включается, без понятия почему. Ну да ладно. Да ладно. Так, с невидимость давайте юзанем, кстати, пушку. Блин, это, короче, снова музыка включается. Почему эта музыка включается, я вообще без понятия, ребят. Напишите в комментариях, кто знает, почему здесь музыка включается. Так, давайте мы вот здесь будем стоять. Опа, паренька завалим сейчас. Одного завалили. Так, идем дальше, смотрите, меню админа, паки, броня, жизни. Так, ух ты, у нас счет с менюшечкой, счет с менюшечкой, ребята. Не туда нажал, сорян, не туда нажал. Получить деньги, получить распрыжечку. Так, наказательное меню там есть. VIP-меню с гравитацией возьмем, скорость возьмем, денежки возьмем и броню с вами возьмем. Все вот эти плюшки я взял уже. И управление паутинкой там настраиваясь паутинкой и выдача привилегий для бога. Сможете также выдавать паутиночки, ребят. Так, за кого играют-то? За кого? Я понял, все, я понял. Он не за нас, короче, играет. Нам нужно роботов захватывать, вот делать. Давайте, друзья, что это такое? Что вот мы взяли что-то? Давайте ждем. Сколько секунд нужно ждать? Захват 28 секунд, окей. Ждем захвата, в принципе, 25 секунд остается. Что еще по менюшечкам вам пока что могу показать? Застрял, личный кабинет, дополнительное меню, основное меню, пушки. Вот, друзья, здесь пушки уже можете покупать, передача денег сможете передавать, лазеры ставить, раздатчики. То есть,
Прикольненько, прикольненько. 8 секунд остается. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай по-быстренькому. И эта пушка уже будет играть за нас. Все будет круто, все зачетно. Все, изи, друзья. Рамзес я установил. То есть мне киллы будут засчитываться. Все будет по красоте, красивенько, да. Так, что здесь? Опа, вот этого надо робота, в принципе, завалить. Было бы вообще идеально. Смотрите, сейчас вот паренька завалю. Сейчас паренек вылазит. И я его, в принципе, валю. Вот, валю, 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 валю. Зажимчиком, ребят, зажимчиком. Так, вылазь, вылазь, братик, вылазь. Где ты? Сейчас он скобчиком просто выстрелим одной патроночкой. Опа, и завалили его. Так, сколько у робота хп? Я понял, нам нужно убегать, в принципе. Так, опа, зажимаем, убиваем. Так, спасаем нашего паренька. У нас 284 тысячи хп. Ой, 284 просто хп. У робота нашего сколько? 4500. Нужно аккуратненько, смотри. Так, этот робот тоже за нас играет. Все, в принципе, за best. В смысле, кто там... Кто там нас стреляет? Или там робот стоит? Я вот без понятия, ребят. Так, кто там? Кто, ребят, там? Там кто-то есть или что? Вот объясните мне, пожалуйста. Там, скорее всего... Нет, не робот, здесь ничего нету. Я вообще без понятия, что там... А, я понял, пареньки здесь стоят просто. Один паренек вообще вот тут вот где-то сидит. Нам нужно его завалить быстренько. Опа, ребят, опа, зажимаем. Ну, к сожалению, не я его валю, но да ладно, все равно нормально. Зажимом, ребят, зажимом просто валим по всем, стреляем по всем паренькам. Возможно, попадем по кому-нибудь. Ух ты, ребята, сколько же вас здесь, сколько же вас здесь. Давайте, опа, сюда, сюда залетаем и убиваем этого. Ну, прикольно здесь, кстати, играть, ребят, однозначно прикольно. Зажимчиком завалю его или нет? Вроде бы нет, сейчас, опа. В смысле, я же завалил его, почему он не пропал, ребята? Такс, где же ты, родной мой, такс, ребят, жестко, 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 они, а, они меня не видят, я понял, я же, у меня же невидимочка была включена, я понял, все, отлично, так, у нас распрыжечка же есть, нету, что, нету распрыжки, серьезно, ребят, опа, опа, я, спасибо, спасибо, такс, сейчас будут выходить, будем их вот так вот валить просто, давайте лучше зажим включим, у нас уже, кстати, вот, прострельчиком одного завалил паренька, 7 секунд что-то остается, возможно, сейчас уже раунд новый начнется, но это не точно, сейчас мы посмотрим, в принципе, так, здесь этот робот стоит, окей, мы можем как-то его быстренько облететь, нет, наверное, ребят, вряд ли сможем это сделать. Я предлагаю вам сделать вот так. Быстренько прорваться, попробовать, между прочим, прорваться. Здесь, возможно, нам фартанет. Возможно, вот, друзья, мы вот такие с вами были. У нас были прозрачные костюмы. Ну, короче, все здорово, все круто, все прикольненько. Так, опа, пацаны, зажимаем, зажимаем. Так, перезарядочка, блин, перезарядка. Ну, короче, сервачок реально однозначно годный, прикольный. Если он вам понравится, обязательно, друзья, заходите, играйте, конечно же, кто хочет, покупайте привилегии. Так, основное меню, пушка, опа, М, такс, М, основное меню, лазер, давайте, опа, М, основное меню, М, ой-ой-ой, завалили пушки, просто прокакали с вами. Эти пушечки, ТИАКС, давайте, давайте, М, основное меню, сейчас поставим пушку здесь, опа, завалили, кстати, пушка против пушки, да, друзья, вроде бы пушечка против пушечки, и нам, кстати, эта пушка помогает, нормально, так сносит ХП, М, основное меню, как нам поставить эту пушку с вами, еще одну по-быстренькому, просто, опа, вот, поставил, поставил, все, убегают, друзья, две пушки вроде бы поставил, сейчас должно быть все просто по красоте, и лазерку давайте поставим здесь, вот, все, сейчас точно все по красоте, нифига себе, пацаны жесткие, ребят, вы просто посмотрите, что пацаны поставили, это что такое, ребят, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, ну, это реально жестко, это что-то жесткое, так, это просто посмотрите, сколько лазеров здесь еще наверху, лазеровской, ребят. Ребята, это просто что-то с чем-то. Раздатчик, меню мин, меню оружий. Простая поджигающаяся мина установлена. Только где она, ребят? Я без понятия. Так, как нам сменить пушку? Вы знаете, нет? Выбрать команду, давайте террористы. Еще раз перезайдем, попробуем сейчас. Нет, у нас выбор оружия. Давайте попробуем на сервачок, впрочем, зайти, перезайти. Возможно, сейчас у нас выбор пушек появится. Я хочу АВП-шку взять, АВП-шки пострелять. Типа, она с первого раза выбивает, просто мочит. Давай, 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 почему я не появляюсь? Все, новая экипировка. Где АВП-шка у нас? Или здесь нету АВП-шек? АВП-шка, вот, Dragon Lore, ребята, Дигл. Посмотрите,
посмотрите, сколько мин здесь, ребят. Сколько же здесь мин. Это просто что-то с чем-то. Это реально, это очень годно, красиво и прикольненько. Вот, просто посмотрите, сколько мин здесь, ребят. Это жестко. Как эти мины называются? Я вот только вот этого вот не знаю. А все, в принципе, остальное. Опа, знаю. Кстати, завалил его. Завалил, ребята, я его завалил. Так, мы, кстати, можем захватить эту пушку. И вообще просто сейчас будем тащить. Если я захвачу эту пушку, я уверен, друзья, мы выиграем просто эту катку. Главное сейчас затащить. Просто будет шикардосик. Шикардосик, 19 секунд остается. Давайте будем чекать так. И будет просто шикарно, ребят. Если мы эту пушку захватим с вами, будет просто изумительно. 10 секунд. 10 секунд остается. И, друзья, пушка, я думаю, будет нашей. Основное меню, лазерку поставим здесь еще. Основное меню, меню мин, меню оружия, передача денег. Все, наша пушка, отлично. Так, с М5, все, ребят, просто изи, пока, пацаны. Просто я вам скажу пока, там, типа, все дела. Опа, так, опа, опа, завалили паренька одного. Сейчас будем смотреть, возможно, кто-то будет идти сюда. Будем вот так валить. Опа, нас завалили, кстати. Так, здесь раздача вроде бы стоит. Я точно сказать вам этого не могу. Мины, кстати, наши с вами пропали, к сожалению. К сожалению, пропали наши мины. Но, впрочем, не все так плохо. Не все так плохо, друзья. Не все так плохо. Так, сейчас смотрите, что мы будем делать. Мы делаем вот так. Там паренек стоит. Сейчас мы его завалим и пойдем на тот спаун, в принципе. Вот так, быстренько заходим на спаун. И на спауне сейчас будет что-то здесь, нет? Давайте на нож попробуем, ребят. На нож, на нож, на нож. Опа. Опа. В смысле, сколько у тебя хп? С три раза на нож взяли. Только с третьего завалил. Завалили его. Опа, нонскопом. В смысле, я минус 100 хп дал ему, а он, типа, ему нифига. Все за бест. У него все нормально. Он, типа, не пострадал нифига. Так, нормально. Че эта мина дает? Так, опа. Братанка, братан. Сейчас давайте завалим. Нет, никого не получилось завалить, к сожалению. Быстренько, если мы вот так залетим сюда, сюда залетим. Опа, опа. Почему? В смысле? Я же скопами вроде бы умел стрелять, нет? А, скорее всего, уже разучился стрелять. И у меня не получается, не получается. Паренек просто тащит, красавчик. Вот такие вот дела, ребят. Ладно, короче, тогда на этой ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилась данная серия, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был Эрм за все дела. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.